Выборгский замок не ищет таланты, но находит. В музее-заповеднике открыли Artist Wanted – экспозицию работ студентов Московского академического художественного училища. Картины и скульптуры – как пример нового изобразительного языка, который позволяет по-иному, даже глазами художников с мировым именем, взглянуть на многое и на старинное городское укрепление в том числе. Эти слова в полной мере относятся к работам Анны Канфер. Она сочетала вот эту любовь к своим художникам и такую, можно сказать, визуальную благодарность за возможность выставиться в этих замечательных залах. Она адаптировала изображение Выборгского замка к узнаваемым и известным картинам вот своих любимых художников, как Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Клод Мане и Эгон Шиле. Классика здесь сочетается с новейшими тенденциями как в форме, так и в содержании. С работами молодых художников в Выборгском замке можно познакомиться до середины марта.